Estamos muy contentos, presidente, porque el incorporar a la señal rusa amplifica y da una valorización nueva a la comunicación entre los pueblos. Y lo hacemos a través de canales propios, sin la intermediación de grandes cadenas, без никакого участия больших каналов, больших международных СМИ, internacionales que normalmente, которые обычно transmiten las noticias, entre comillas, новости в кавычках, de acuerdo a sus intereses, используя собственные интересы. Estamos logrando comunicarnos entre ambos pueblos sin intermediarios, общаться между нашими народами без всяких посредников, y para transmitir los valores propios, и чтобы мы могли передать наши собственные ценности. Por eso estamos muy contentos de incorporar a la televisión digital argentina. Поэтому мы очень рады включить в цифровое аргентинское телевидение, que se transmite a todo el país, которое передается по всей стране, a la señal de noticias rusa en español. Канал российских новостей на испанском языке. Pluralidad de voces, pluralidad de culturas. Огромное количество голосов. Multilateralismo también en la comunicación. Культура, также многосторонность в средствах y en la información. И в информации. Lo escuchamos. Мы вас слышим. Слушаем, извините. Уважаемая госпожа президент, дорогая Кристина, дорогие аргентинские друзья, телезрители. Искренне рад приветствовать вас и поздравить со знаменательным событием. Только что президент Киршнер сказал об этом. С началом прямого вещания канала RT на аргентинскую аудиторию. В вашей стране появится солидный и, главное, достоверный источник сведений о происходящем в России и в мире. Право на получение информации – одно из самых важных и неотъемлемых прав человека. А с ускоренным развитием электронных СМИ эта сфера приобрела огромное значение и стала, пожалуй, грозным оружием, позволяющим при желании манипулировать общественным сознанием. Приметой времени стали и жесткие информационные войны, попытки некоторых стран установить монополию на правду и использовать это в своих интересах, как только что Кристина об этом и сказала. В таких условиях особо востребованными становятся альтернативные источники информации. Именно таким является и канал RT, который не применяет методов агрессивного навязывания другим своей точки зрения, а всегда открыт для дискуссии, предлагает своему зрителю широкую палитру мнений по вопросам политики, общественной жизни, истории и культуры. Этот канал предоставляет людям возможность самим судить о происходящем и делать соответствующие собственные выводы. Вещание канала RT в Аргентине – это наша совместная с президентом Аргентины инициатива. Госпожа президент уже сказала, это первый случай подключения иностранного СМИ в государственную аргентинскую эфирную сеть, которая до сих пор объединяла лишь национальные каналы. Видим в этом еще одно важное свидетельство открытости внешней политики президента Аргентины и свидетельство особого характера российско-аргентинских многолетних дружественных связей, которым в следующем году исполнится 130 лет. Я убежден, запуск российского канала на испанском языке в аргентинском эфире сделает Россию гораздо понятнее для вас, дорогие друзья. Это будет способствовать дальнейшему сближению народов наших стран. Желаю зрителям канала RT, всем гражданам Аргентины, мира, здоровья, благополучия. Кристина, успехов тебе и всего самого доброго для твоей страны и для твоего народа. Спасибо. Muchas gracias. Presidente,
Господин президент, мы хотим поблагодарить вас за ваши слова и за ваши теплые отзывы. И мы совершенно с вами согласны, и мы разделяем ваше мнение о том, что доступ к информации должен быть без всяких посредников. Мы также согласны с тем, что мы можем получать сами новости с первых рук и сами сделать себе собственное мнение. И нам нет необходимости, чтобы кто-то его заформировал за нас. Такие сложные моменты, через которые проходит в настоящее время политическая ситуация в мире, с таким количеством ситуаций насилия, с таким количеством ситуаций, в которых не используются одни и те же мерки для всех, это абсолютно необходимо, чтобы все мы, все граждане этой земли, знали и могли поближе познакомиться с нашими с другими народами без посредников. Я в этом полностью уверена, что этот новый канал РТ, который будет передаваться по аргентинскому цифровому телевидению, поможет углубить наши связи, братство, знания между Аргентинской Республикой и Российской Федерацией. И это позволит, чтобы все здесь и многие из тех, которые являются детьми российских иммигрантов, чтобы все мы, аргентинцы, смогли узнать настоящую Россию. И todos los rusos puedan conocer a la verdadera Argentina. И чтобы все россияне смогли узнать, какова она настоящая Аргентина. No a la que nos quieren mostrar desde algunos medios de comunicación internacionales. А не такая, которую хотят показать международные средства массовой информации. И также те средства массовой информации, которые мы называем национальными в кавычках. Поэтому мы просто приветствуем вас. И мы приветствуем эту новую связь информационную и обмен информацией, que va a ayudar no solamente a Rusia y Argentina, которая поможет не только России и Аргентине, sino al mundo. Однако и всему миру. Porque cuando los pueblos se conocen mejor entre sí, потому что когда народы ближе узнают друг друга, pueden hablarle a otros pueblos también de esas realidades, они могут поделиться этими реалиями с другими народами y bajar el nivel de conflictividad internacional, и снизить уровень конфликтивности на мировом уровне, que se quiere instalar y que se está instalando en muchos lugares, который в настоящее время устанавливается во многих местах, afectando la paz y la seguridad internacionales, что влияет на международную безопасность и мир. Nosotros compartimos la necesidad de resolver todos los conflictos en forma racional, diplomática y de acuerdo al derecho internacional. Мы согласны с необходимостью разрешить все конфликты согласно международному закону. Levantamos el multilateralismo. Мы поддерживаем многосторонность. Y la convivencia pacífica entre los pueblos. И мирная совместная жизнь среди народов. El respeto a la soberanía también, así como lo hace la Federación Rusa. А также уважение к суверенитету, как это делает Российская Федерация. Y también a la identidad y a la pertenencia de los pueblos. Идентичность и принадлежность народов. A su verdadera cultura. Своей настоящей культуре. Así que muchas gracias, presidente Putin. Поэтому por este tiempo que le he dado a los argentinos. Огромное спасибо, господин Путин, президент, за то, что вы дали время аргентинцам. Y por el esfuerzo que ambos países hemos hecho para montar este nuevo vínculo de información. И за усилия, которые приложили обе страны для создания этого средства связи. En una época donde poder estar comunicados en tiempo real. В то время, когда обмен информацией в реальном времени является фундаментальным. Muchas gracias. Большое спасибо. Y hemos dado cumplimiento a uno de los acuerdos que habíamos celebrado con motivo de su visita a la República Argentina. Мы выполняем одно из соглашений, которое мы подписали во время вашего визита. Большое спасибо, господин президент. Уважаемая госпожа президент, я помню этот визит. Благодарю вас еще раз за ту теплоту и радушие, с которым вы меня принимали. Нас объединяет не только 130 лет дипломатических отношений, но и сегодня объединяет совпадение многих интересов. Мы здесь в России, да и во всем мире, все видят, как вы боретесь за интересы своей собственной страны. Это во многом пример для многих. Мы безусловно, будем вас поддерживать в тех целях, которые вы перед собой ставите. Цели это абсолютно законные и правовые. Будем развивать и дальше наши отношения. Будем делать все для того, чтобы жизнь стала лучше для наших людей.
Vamos a hacer todo para que la vida sea la mejor para nuestros pueblos. Спасибо вам большое. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, presidente. Un saludo a usted y a toda la Federación Rusa y al pueblo de Rusia. Muchas gracias. Российской Федерации и российскому народу. Спасибо большое.